Ой, крокодил еще живой, что ли? Поиграть, что ли, у него? Художник, а чё? Надо угадать, что он рисует? Нет. Повар. Чего, блядь? Ответ повар. Nope. Не повар. Какой-то очень деликатный человек получается. Это ребенок. Ребенок. Мистер. Варианты ответа. Убийца, блядь. Посмотрите на него. Он реально похож на убийцу. А, может, женщина? Женщина. Женщина. О, боже. Чина. Девочка. Nope. Платье. Nope. Сарафан. Да в смысле? Я! Это моя первая игра! Я! Головка. Так, художник Буйная Галка. Ну давай, я тоже порисовать хочу. Что? Очень похоже на писюн. Такой, знаете, непонятный, непрофессиональный писюн. Злой писюн. А если я напишу, так меня забанят? 2 hours later. Что это? Я просто хочу поиграть в эту игру. Что это такое? Я реально не понимаю. Мы просто 0 людей. И у всего чата 0 людей. Никто не пишет, кроме меня. Я теперь с этим позорюсь, чем моим ответом просто позориться. Надо. Что это? Братан, я реально не понимаю, что ты пытаешься нарисовать. Господи, дайте выйти на сцену этому ветерану крокодила. Ну, то есть мне. Опять то же самое. Чувак, это снова. Ты рисуешь член Ты снова. что, дурак, Ты что рисуешь ли? снова. Это что это? Что это? Это кого? Да, блядь, ты чего? Я реально не понимаю. Сом. Просто 0 идей, пацаны, что опять он рисует свой глаз своему. О, господи. Еще 3 минуты страдать. Может быть, секс? Такого нельзя загадывать. Many months later. Я, конечно, понимаю. Нихуя не понимаю, подождите. Если это животное, то какое? Что это? Чувак, не мучай нас и себя. А мне нравится. Просто крик души. Не, нихуя. Блять, я просто не понимаю, что он хочет нам сказать. Не, хуйня. Господи, он снова пытается. Ну ладно, бог троицу любит. Может, что получится. Спойлер. Не получилось. Я реально не понимаю. Это он мне, да. Я поставлю просто грустную скрипку. Блять, ходячая картошка, что это еще может быть? Ну реально, я не понимаю. Блять, почему он сначала рисовал какой-то пенис, а теперь он рисует какого-то кота? Я вообще ничего не пойму. Еще кота с иголками. Зачем? Что это? Я реально не понимаю. Это похоже на картошку? Он пытается мне сделать намек. Злой писюн. Я просто по-английски уйду отсюда. Все. Да почему? Я не хочу больше это видеть. Мне не нравятся эти люди. Ой, боль. Мне что, терпеть 40 минут? То это? Я не понимаю. Это человек просто не может ничего сделать. Мне кажется, мне скоро зарепортят, и я вообще не смогу играть в эту игру. Что так лучше? 15 секунд, пацаны. Все. Моя новая жизнь начнется ровно через 10 секунд.
это будет новая, совершенно новая жизнь. Без буйной галки, ясно? Буйная галка. Я не хочу тебя больше видеть. Сам дурак. Так, шерсть. Блять, что? Я хуй знаю, блять. Рисовать не очереди. Я потрачу свои деньги. Гоголь, министр. Блять, ну давайте министра нарисуем. Буду рисовать даже этим. Буду рисовать мышкой. Чем вам не министр? Похоже на Зубенко Михаила Петровича. Нет, ну вообще, жарить пельмени, блять, как это связано? Фокусник, Зорро. Что? Блять, а если я нарисую вот такой вот молоток, вы поймете, что это министр? Вы поймете, что это министр? Джентльмен, мафия, цирк. Сам ты цирк. Давай по новой, Миша, все хуйня. Так, очистим. Очистим, нарисуем молоток. Вот такой вот важный. Блять, что это получается? Господи, ладно, это сложнее, чем я думала. Да ладно. Сложнее, чем я думала. Как вообще, блядь, выглядит министр? Я по-быстрому загуглю. Министр фото. Министр фото. Министр как выглядит? Ай, блядь, он вообще не так выглядит. Почему я ему шляпу вообще рисую? Где? Так, ладно, пацаны. Пацаны, все отменяется. Все отменяется. Опа! Смотрите, галстучек тут, все при нем. Все при нем, все при нем. Какое лицо у него получилось. Лицо называется... Красиво рисуешь, блядь! Агент. Агент. Да не агент это. Бля, какой-то Гитлер получился. Еще раз, министр фото. Ну типичный министр, что им не нравится. Попробуй в очках нарисовать. Давайте, ну какой дизайн. Умник, гений. Это ты умник, гений, нет. Это вы че? Это получился у меня какой-то, знаете, аниме. Аниме маркиз, блядь. Господи. Нет, ну что тут непонятного? Я же загуглила даже. О, смотрите, нарисую ему еще микрофон. Это не... Это не пиписька. Тут левые люди какие-то. Ну, давайте. Молодец, Ленчик, Ленчик, тебе просто зачет. Молодец, Ленчик, так держать. Крепкий барс. Крепкий барс, давай. Давай, барс, я в тебя верю. Давай. Дуро. Ну я ему подыграю. Дуро. Ой, это ты, неси меня, река, за крутые берега. Это, наверное, не река? Ты неси меня, река. Ты неси меня, река. Nope. Ой, водоем. Водоем. Nope. Банка. Это моя депрессия. Что это? Можно мне, пожалуйста, какой-нибудь подсказка? Бассейн, а что еще есть водного? Украина. Нет. Так, еще что есть модного? Ой, блядь, водного. Твои слова, водица. Так не годится. Годится.
не понимаю. Как бы... Я Геннадий Горин? Что это такое? Ой, это остров. Блин, меня опередили. Людмурик, ну техана реально. Ребята, если вам понравился такой формат, где я играю в онлайн рисовательные игры, пожалуйста, дайте об этом знать мне в комментариях. Ролик получился короткий, но кому сейчас легко? Спасибо, что посмотрели меня. Такой формат мне на самом деле было очень прикольно. Я надеюсь, что я смогу еще когда-нибудь порисовать. А вы не болейте, будьте счастливы. Всем пока. Подписывайтесь на меня, пожалуйста.